И всем привет, с вами я, Александр Новасов. Сегодня я играю в Rainbow Six Siege. В общем, давненько я не играл в эту игру, и я решил, почему бы мне не сыграть в нее сейчас. Ну вот, честно, вот я так подумал, почему бы мне в нее не сыграть. Ведь это такая крутая игра. И для этого я создал новый аккаунт, загрузил туда Rainbow Six, и теперь у меня есть эта игра. У меня 7 уровень. Так что не смотрите, что я там такой нуб, что я не умею играть. Нет, просто я уже несколько дней играю, ну, неделю точно уже играю. Ладно, ну не в эту только игру, так что вы тоже не подумайте, что я нуб. Ладно, проходим, мы сегодня будем антитеррор, да, мы будем проходить это. Будем играть сначала, давайте начнем с низкого, потом переберемся наконец-то на сложность обычную, а потом уже на сложность именно реалистичная сложность. Давайте подождем, если, конечно, у меня будет все по плану и все получится, но я надеюсь. Ладно, это можно выключить, это мне не нужно, у меня FPS ну есть там сколько-то, ладно, неважно, 45 FPS есть, это самое главное. Так, ладно. Пока что у нас все грузится, а грузится у нас очень долго уже. Так, это как-то, я не знаю, впервые такое, что у меня так долго. Не, ну бывало, конечно, по минуте грузилось, но не так. Кстати, минуты еще нет, так что ладно. Так, подождем, значит. Минута уже прошла, давайте вот до 3 секунд. Нет, ничего не ушло. Давайте тогда... опять я пересоздам, попробую, если все-таки не получится, а получиться должно, потому что мы подключаемся уже к другому серверу, и у нас все должно получиться, потому что если не получится, то не получится. Так, все, мы подключились наконец-то к нашему серверу. Так, ладно, посмотрим. Эвакуация заложника, конечно. Да ладно. Так, мы сейчас будем проходить. Так, берем новобранца, потому что здесь у меня ничего нету, кроме Тачанкина, ну ладно. Так, это здесь понятно, давайте, ну ладно, пусть будет спецназ. Так, Аэросани. Ну такие хорошие игроки начали играть, ладно. Ждем, пока загрузится человек, так, все. Тоже новобранца выбрал, ладно. Будем играть. Нужно найти гражданство. Так, ладно, побежали. Что там происходит? Графика, конечно, не на ультрах, но ладно. Все равно. Что смотреть? Ладно. Забираемся до сюда. Так. Мы играем против ботов, так что все-таки надо как-то. Осторожно, ладно. Это было всего лишь стекло. Ладно. Я уже по тактике знаю, потому что с первого аккаунта. С первого аккаунта я не хочу играть, потому что не хочу. Так, хочу все-таки играть на этом аккаунте. Так, залезли. Так, сюда запрыгнули. Тихо. Слышу. Не знаю, как вы, но я его слышал только что. Не знаю где. Сейчас посмотрим. Тихо. Так, все, мне надо мочить. Бомбс. Что? Меняю магазин! Что? Что? Так, ладно. Так, как я? Точно. Ну дай! Я помогу. Показалось ли именно новобранца озвучивает Элис? Цель найдена. Язык. Отправляйтесь на точку. Слышите, Д2. Так. Все? Заложник у нас.
Уводите цель. А что так мало патронов? Эй, где? Всем быть на счету. Противник на подходе. Куда переться-то? Эй. Лок, куда переться? Че, всем надо помочь? Ладно. Да ну нахрен, ладно. За мной, бегом. Я не буду ничего делать. Пусть он там кого хочет спасает. Я в этом не участвую. Пошли. Держитесь рядом. Так. Давай. Че, не убил? Ах ты. На. Я думал. Я сначала даже подумал, что это свой, ну ладно. Так, все, мы добрались. Заряжаю! Так. Да, это именно он. Так, все. Заложник потерян. Все на поиски. За мной, если хотите. Все. Заложник спасен. Все, мы прошли. Это было не так уж сложно, но ладно. Главное то, что мы прошли. Безупречная работа. Конечно, там всех убили. Один я, считайте, остался. Нам оборонец. Ладно. Мы наконец-то переходим к обычному. Но когда мы сольем, а мы когда-то все-таки сольем, то я прекращаю видеоролик, и уже в следующей части прохождения мы уже дальше будем играть. Так, перепрохождение я не буду. Мы сразу же переходим на обычную сложность. Да. Так, заходим сюда. Антитеррор. Заходим в обычный. То есть, когда мы только проигрываем, то и заканчивается видеоролик. Вроде логично, да? Итак, каждый видеоролик мы будем сначала. Ну, я не уверен, конечно. Но постараюсь, ладно. Так, обычный. Ладно, опять та же карта. Да ладно. Ладно. Надеюсь, третья карта не будет такая же. Ладно. Тут уже все заговорились все. Так, мне не понравился этот пистолет. Я возьму такой пистолет. Потому что 9-патронный мне не понравился. Честно, ребят. Аэросани. Опять там же. Потому что мне повезло почему-то там. Так, опять та же почти чистая команда. Ну, немного по-разному. Но опять два новобранца. У нас... Ну ладно, нормально. Нормальная команда. Так, погнали. Сейчас загрузится. Найдите заложника. Пошлите. Так, куда идти? Ты задолбал. Куда стреляешь? Первый раз. Пошлите. Нахрен мы идем куда? Ладно, с командой поиграем. Вальнул там кого мог. Ладно. Надеюсь, у меня все там получилось. Заложник в безопасности. Давайте. Эвакуируйте. Я лучше бы туда не пошел. Враг уже рядом. Защищайте гражданского. Заложник не с нами. Искать. Приступайте к эвакуации гражданского. Thank you. Давайте. Открывай, давайте. Все-таки не низко сложно. Ладно, давайте. Что происходит? Эй! Так, ладно. Заряжаю! Я вроде в кого-то попал, ладно. Перезаряжусь сегодня или нет? Тихо, 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 тихо. Ладно, я не взорвался. Это самое главное. Чуваки, алло. Вы где? Чувак, помоги. Смогу. Спасибо. Давай, давай, давай. Патроны. Погнали. Что, никого нету?
Главное не слить. Заложник потерян. Все, мы прошли. Все на поиске. Мы не слили. Отлично. Ну, жертва меня, спасена. Конечно, ранило. Но я все-таки не проиграл. Ладно. Нормально. Пойдем. Пойдем. Идет успех. Самое главное, никого не убили, наверное. Наверное, я не знаю. Ладно. Так, ладно. Посмотрим, что будет дальше. На реалистичной сложности. Надеюсь, карта будет не та же самая. И я наконец-то смогу поиграть. Так, все-таки убили одного. И я убил двоих. Ладно. За опыта сколько дали, охренеть. Так, все вышли. Ну, мне тоже не надо. Потому что я пойду на реалистичную сложность. И там, наверное, все-таки. Я не буду говорить, что мы сольем, но мы всегда там сливаем. Потому что команда попадается какая-то. Не так уж и крутая. Ладно, реалистичная сложность. Надеюсь, там будет... там сразу подкачается все, потому что на реалистичной сложности все игроки почти что играют. И здесь еще к этой штуке идет умножитель. Да, 10%. У нас еще будет, если мы пройдем. Так, охрана заложника. Это будет уже сложнее. Мы можем взять Тачанкина наконец-то. И взять у него, я не знаю что. Давайте возьмем... Вот это или вот это? Я никогда не брал просто. Я думаю, не отличается. Ладно. Так. Щит. Давайте щит. Все. Все-таки я взял Тачанкина, ребята. Ладно. Пусть будет Тачанкин. Просто что, я его заря купил, что ли? Так, прервано. В смысле? Кто-то вышел? А, нет. Мы все равно ведь начнем, да? Ожидаем. Все, начинаем. Враг готовится к атаке. Так. Заложника. Почему я взял именно дробовик? Почему я именно из всего того, что у меня было, я выбрал дробовик? Ладно, у меня хотя бы дробовик есть. Ладно, это хоть что-то. Надеюсь, я с ним смогу стрелять. Но я не уверен. Ладно, посмотрим. Попробуем. Во всяком случае. Так. Давайте дверку сделаем. Оп. Враг рядом. Всем приготовиться. Где у меня эта херня? Так, это что, моя тачанка, что ли? Да, это моя тачанка. Во всяком случае, если что-то и будет, то я смогу все-таки отстреляться. Да, я неправильно поставил. Неважно, ладно. Бывает, бывает. Так. Это еще щит есть у меня. Так, щит я поставлю сюда. Потому что вдруг что? Вдруг мне придется отстреливаться все-таки. Ладно. Ой-ой-ой. Кто там пошел уже? Эй! А это стена-то ломается, эй! Чувак! Что делаешь? Стена-то ломается. Ты что? Ранили, ладно. Не ломайте стену, чуваки, не надо. Так. Окей, пока что ничего не произошло. Одного убили. Я еще даже не начал ничего делать. Ну ладно. Что-то изменится. Один уже вышел. Watch out. Тащи. Я спрей. Тащанка, спрей. Тащанка, спрей. А, you can't, not sorry. Так, они где-то рядом. Живы три врага. Я пустой, прикройте. Они где-то рядом, но я не понимаю где. Поэтому я не знаю, где они. They spray there, Tishanka, at the door. Я спрей? Man. Короче, ладно, все. Ну конечно, слить, я никого даже не убил, вы чё? Как я так слил-то? Я даже не понял, как я слил. Я отошел, стал. Они взорвали эту стену.
вообще шикарно. Ну это слив, ребята, это слив. Я просто, я даже не заметил, как он туда зашел. Я вообще думал, то, что он туда может зайти, но... Почему именно тогда, когда я отвлекся немножко? Ладно. Go to the hostage. Ладно, посмотрим. Противник уничтожен. Все к обороне. Враг планирует атаку. Окей. Ладно, посмотрим, как он будет делать, что. Надеюсь, у него получится. Ну, хотя смысл, двое уже ушли, как бы. Противник рядом, к обороне. Как будто что-то изменится, ладно. Тачанкина и нифига с него не поиграл еще ни разу. Я даже дробовик взял, вместо автомата я взял дробовик, круто вообще. И никого не ранил, вообще не. Все, это конец. Все. Провал. Группа устранена. Что ж, ребят, на этом мы, наверное, давайте остановимся. Давайте сразу я. В следующем видеоролике я начну уже с реалистичной сложности, потому что это будет, наверное, интереснее. Но мы начнем с реалистичной. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.